На Ломоносовской аллее экологи не досчитались 9 деревьев. Совсем маленькие рябины пострадали от рук вандалов. В городской администрации напоминают, это не просто саженцы, а 300 объектов зеленой композиции. 300 саженцев рябины в 2011 году специально заказывали в Вологодском питомнике. Тогда в честь 300-летия Михаила Ломоносова их высадили вдоль центральной улицы города. Принять участие в акции было почетно. Для посадки деревьев специально отбирали самых талантливых учеников. При этом размещение объектов композиции специально согласовывали с коммунальщиками. Через год оказалось, 90% деревьев прижились. Но до этой весны не дожили еще 9 рябин. Видно, что деревья просто варварские, сломаны, они живые. Причем это было, наверное, сделать достаточно сложно, и кто-то просто специально их ломал. Вот если есть свидетели, просто пусть они позвонят в отдел экологии, мы как-то, может быть, попытаемся разобраться с этим фактом. В первую очередь нарушители заставят восстановить поломанные саженцы. Возможно, наказание будет и в форме штрафа. Экологи просят жителей сохранить Ломоносовскую аллею. Особого ухода деревья не требуют. Достаточно просто их не трогать и дать спокойно расти.